Сегодня в уютной обстановке Украинского дома состоялась презентация последних книг известного украинского писателя Любко Дереша. Роман «Последняя любовь» Асуры Махараджа и сборник рассказов «Миротворец» писатель относит к синайскому циклу творчества. Годовое паломничество в Южный Синай в период творческого кризиса стало источником вдохновения для Любомира. Вони всі пронизані одним відчуттям. Це відчуття розлуки з домом, відчуття розлуки з домом буквальним і домом метафоричним, метафізичним чи абсолютним домом. Автор ставит своих героев перед сложной дилеммой на грани бытовой и глобальной проблематики, когда им предстоит принять ответственное решение. Например, главный герой романа «Последняя любовь» Асуры Махараджа – демон, ставший на путь исправления. В творчестве Любко Дереша я нашла очень много открытий, очень много важных размышлений и тем для размышлений, то, что позволяет тебе задуматься над тем, чем мы живем, над нашими проблемами и, возможно, путями решения этих проблем. А вот герой рассказа «Миротворец», который дал название сборнику, Роберт Оппенгеймер, изобретатель атомной бомбы. Возможно, именно такие нравственные дилеммы являются причиной того, что основная целевая аудитория писателя – подростки. Дарья Степаненко, Андрей Кульба, Новая Одесса.